Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Мы продолжаем ловить покемонов, которых нам не хватает. Не сделал я еще пока что покеболы, но я уже нашел дом, вот он. И давайте сейчас мы туда побежим. Мне нужны покеболы, мне нужны покеболы, да. И мне нужно словить еще 5 покемонов. Ровно 5. Джинкс, Лунатон, вот та крыса, Метанг и... Опять забыл. Шелдон. Вот, чё-то я вообще никак запомнить не могу. Не знаю почему. Шелдон. Ну, Шелдона куча, просто куча. Но их нужно нормально так подобрать и найти вот ту всю кучу, где она должна быть. Так как она спавнится вроде только вот... Вот в океанах и вот этой всей. А чё она больше счастья не выигрывает? Как я давно в этом доме не был. Алмазики. Так, еще что? А, давайте. Вот эти все... Болы мне, конечно же, нужны. Так, больше вроде ничего нету. Так, кого мы там еще словили? Свайну. Давайте поставим Зардоса. Сейчас нам главное всех прокачать. Отлично. Идем мы качать. А где наши? Сейчас. Нет, тут Раркенди нету. Раркенди нету. Так, тут у нас... Кто-то есть, кого можно словить, кого у нас нету. Вроде никого нету. Так что давайте быстренько. Шелдон. Нам Шелдон нужен. Так, где это я вообще? Ага, значит мой дом тут, а это тут. Вот капут. Сюда мы тпхнемся. Главное не умереть. Почти. Шелдон. Я не помню, как пишется Шелдон, поэтому... Шелдон. Так приблизительно. В данный момент он нам... А чё? А, он же мёртвый. Черезар. Молтрес у нас тоже же есть, да? Так, Шелдон. О, маленький островок. И там куча покемонов, или мне кажется. Нет, это не он. О, кстати, там покемон-босс заспавнился. Не сюда, вот сюда. Кто там? Пропал уже. Чё, он уже пропал? Ух, твою мать. О! Как раз островок маленький, где куча Шелдонов. Давай. Тебя у нас нету. Пофиг, каким болом ловим, да и все. Если словим Шелдона, это будет отлично. О, Сидра там. Да пофиг, как... я не буду его ничем бить, так как, видите, он не очень такой большой уровень, поэтому если я его хоть чем ударю один раз, он умрет 100%. Пофиг, чем его ловить, что-то в последнее время покемоны вообще никак не ловятся. О, сколько там Латросов. 3 штуки. Если не больше. Так, там у нас покемон босс. Покемон босс, конечно же, нам нужен. Ах, запрыгнул я так, да? О, я Сайтера слышу. Это кто там у нас покемон босс? Глум зеленый.
Отлично, для Кроконава как раз будет отлично. Так, 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 так. И свайну бабы тоже немножко прокачать. Ах, охренеть, прокачали. Нам еще осталось 4 покемона. Не считая того, что нам еще нужно эволюционировать тех, которые у нас в данный момент есть. О, как раз Крокунав прокачивается. Офигеть. Вот, кстати, мы ресурсы еще не подняли, которые выпали. Ну, это пофиг. Давай, сайтер у нас есть, да? Да, есть. Крокунав эволюционирует. Крокодайл. Нет, Крокодайл. Я не знаю его эволюции. Так, кто ты? Кем ты там будешь? Фералигатор. Офигеть, точно, как я забыл. Залагала. Я нажал уже Викинг. Во! Офигенный покемон. Так, сейчас. Шелдона мы словили, сейчас сразу же. Где наш дом? Вот он наш дом. Так, где я? Вот. Брам-брам-бабам. Фералигатор, фералигатор, ты уже у нас прокачанный. Так что тебя мы засунем вот сюда. А возьмем того, кто у нас не прокачанный. Тоби Шелдон. Но Шелдона мы как раз сейчас прокачаем. Шелдер, а не Шелдон. Шелдон это же персонаж из теории большого взрыва. Нафиг Шелдон. Пофиг. Пофиг, как они сейчас называются. Пофиг. Прокачиваем их. Метанг. Лунатон. Джинкс. Вот. Ну, вроде вот этих покемонов мне не хватает. Вроде. Я потом еще раз пересмотрю пару раз, кого у нас нет. Мистер Майм, он у нас есть вроде. Да. Ну вот. Клойстер. Офигенный покемон. Клойстер. Так, ставим его обратно. Так. Прокачанный, прокачанный, прокачанный. И давайте... Потом я еще раз посмотрю всех покемонов, которые у нас есть. Гитто. Он, у него вроде эволюции нету, да? Оникс тоже нету. Отлично. Или ты вообще выиграешь вот это счастье? Я не знаю. На 115 она остановилась и просто-напросто все. Я просто, наверное, потом поставлю покемона, чтобы он эволюционировал. Ну. О! Туртвик, я его словил с мастерболом, ну пофиг. Я потом поставлю, наверное, просто покемонов в Иви на прокачку, чтобы она постояла вот так ночью, выиграла счастье немножко. Да чё ты глючишь так? И если прокачается, то прокачается. О, еще одна Иви. В принципе, пофиг, мне сейчас нужно ее прокачать, и тогда у меня будут все виды Иви, и вот тогда у меня будут уже все покемоны. Так. Я действительно Иви прокачаю сам, без съемки. Я поставлю ее, чтобы она там ночью стояла, да? Так, давайте сюда. Кого у нас? Джинкса. Джинкса у нас нету. Джинкса, Джинкса, Джинкса. Лунатона, Метанга. Главное не забыть. Так. Так, дружок. Нет, сначала не ты. Сначала мы это все поскладываем. Поскладываем. Вот так. Все сюда. Ресурсы, 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 ресурсы у нас тут, ну да, тут, хлам, ну в смысле, разные вот эти все, это все сюда, 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 отлично, так, покеболы. Давайте на всякий случай возьмем еще один. Вот сколько у меня было? Я все положил. У меня было 12 штук, я это помню. Поэтому возьмем еще один мастербол. Если, например, того же там, да, не знаю, кого не словим. Отлично. Мастербол мы взяли на того же Лунатона. Пофиг, пофиг, что мы тратим мастербол на обычных покемонов, дорогие друзья. У меня сейчас нет времени, чтобы делать вот эти все ультраболы. Давайте поставим один. Это у нас 5 штук, да? Давайте еще один. Это у нас еще 5 штук. Ой, что я сделал? А,
то у нас еще 5 штук. Давайте. Ну, 10 штук. Пускай пока что будет вот так. Я не знаю, словим мы за 10 штук там кого-то. Сейчас нужно поискать Джинкса, потом и словим. Ладно. Сейчас мы пойдем метанга, постараемся найти. Попытаемся хотя бы. Он в горах вот всегда спавнится, его тут куча. Но когда его и он нужен, то, тогда его нет. В смысле, как всегда. В принципе, как всегда. Так, давайте, давайте, ловитесь, покемоны, Джинкс, метанга. Ну, какой нафиг? Там, там! Сзади на экране Молтрес. Видите Молтреса? Как? Да, вот Молтрес. Пропал. Офигеть, только что тут был Молтрес. Давайте еще раз пропишем. Может еще где-то Молтрес. Нет, нету. Да даже не написало, что Молтрес тут был. Офигеть. Ха, в жесть. Ну, в принципе, он нам не нужен. Ну, вот сейчас такая запара, я не знаю, каких покемонов у меня нету. Не знаю точно 4 покемонов, которых у меня нету. Но я не знаю, есть ли у меня Хитмончан и Хитмонли. Я знаю, что Хитмончан... Нет, Хитмонли у нас вроде точно есть. Вот, Хитмончан, значит, Хитмонли должен быть. Не говори, что у меня нет Хитмонли. Пожалуйста. Я его что, не словил? Я его не словил? Я не словил Хитмончана? Да ты что, издеваешься? Я что, про него забыл? То есть не Хитмончан, ну Хитмонли, у меня его нету. Во жесть. Ты бы еще на один покемон прибавился. Этого покемона у нас нету, как я еще про него забыл. Хитмончан, ну... капу, дорогие друзья. Я не знаю, успею ли я до выхода новой версии. Лунатон, если ты сейчас не словишься, ты будешь полной заразой. 49 уровень. Хрен он словится. Я еще вспомнил одного покемона, которого у нас нету. Только я забыл, как он называется, но его у нас нету. Я без съемки, наверное, словлю где-то покемонов 2 штук. Так как вы видите, что не очень много времени, а нужно словить всех покемонов. Твою мать. Я сделаю себе еще хотя бы немножко ультраболов, которые у меня есть, части ультраболов, да? Я совлю хотя бы Лунатона, Джинкса и Хитмонли. Я их словлю без съемки, дорогие друзья. Я их найду. О, кстати, метанг. Давайте попытаемся его словить. Я их найду, я их словлю без съемки, дорогие друзья. Хотя бы метанг, словись, пожалуйста. Ультраболом. Джинкса я словлю без съемки. Я это, наверное, все-таки сделаю, я его без съемки словлю. А вот конченый метанг никак не успокоится и никак не хочет словиться. Я не знаю, есть ли у него вообще эволюции, но говорят, что есть, поэтому... Я сейчас опять на него потрачу все покеболы, которые есть, и он хрен словится, потому что это метанг, он хрен ловится. Капут. Только не говори, что мне на конченого метанга нужно будет использовать мастербол. У меня там есть где-то 150
Хрен, он не ловится, зараза. Джинкса я словлю без съемки, это говорю 100%. А вот конченого метанга... Капут. И Иви я еще эволюционирую. Вот, я забыл, что я Иви эволюционирую. Тоже без съемки. Я просто поставлю ее ночью, чтобы она там выигрывала счастье. Немножко покачаю ее на покемонах. Все, иди ты в жопу, метанг. Кто там у нас? А. Тут... А, он ее сейчас убил. Или нет? А, да там их еще куча штук. Ну давайте уже, бойцы. А, мне еще долго ждать. Джинкса, Иви и, наверное, Лунатон или Метанга я шлю без съемки. Это говорю. Твою мать. Джиуду. Вот такая спешка, я не знаю почему, но мне просто хочется побыстрее словить вот этих всех покемонов, чтобы потом успокоиться и ждать выхода новой версии Пиксельмон. Третий уровень. Твою мать, если ты не словишься третьим уровнем, то я тебя... Я не знаю, что. У меня просто все покемоны мертвы, я даже в бой вступить не могу. Отлично, хотя бы вот этого словили. У меня же свайнуп еще есть, еще его прокачать нужно. Так, я думаю, что без съемки я прокачаю Иви, я словлю Джинкса. Так, просто. Ой, извиняюсь. Я словлю Джинкса. И вот того покемона, которого у меня еще нету, но я не помню его имени. В мультике, как бы, этот... в мультике этот, как бы, такой покемон, который помогает там всегда... О, кстати, еще один покемон-босс, который помогает там в медицине, да, там, докторам и что-то такое. Да пофиг, нет времени. Окей, хил. Ну, я не помню, как он называется. У него яйцо такое, знаете, как бы в животе, как кенгуру, только яйцо там. Я не помню, как он называется. Ну, куда ты? О. Пофиг, да? Так, Джинкса я словлю. Свайнуба прокачаю. Кого там еще нужно? Капу, мало времени и... Вообще мало времени и нету вообще вот этих. Да пофиг какое, честное слово. Мне сейчас главное вот словить всех покемонов и успокоиться. Так. Так, тарак, так. О, там покемон босс. Или... И бежим туда или метанга поищем. Давайте туда быстренько. Если он, конечно, там, не под землей, не в земле или еще где-то. Он 100% в земле. Да, потому что тут его нету. Все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Я говорю, к следующему эпизоду я ставлю минимум 2 покемона. Я наконец-то уже прокачаю Иви в эмбриона, или как он там называется. Ночная Иви. Ну, ставлю Джинкса, как я говорил. Наверное, все-таки эволюционирую Свайнуба. Может, еще славлю Лунатона. Кстати, еще 2 Лунатона. Идите сюда, заразы. Варюги.
Тварюги, которые хрен ловятся. Пофиг, хилбол, давай, хоть чем. Мастербол я, наверное, все-таки на метанга использую, потому что он хрен ловится. Или же у меня там есть куча частей ультраболов, поэтому я, наверное, сделаю себе ультраболы. Премиум бол. Пофиг, давай, ловись уже. До выхода пиксельмона вроде мало осталось, поэтому нужно успеть. Нужно успеть, дорогие друзья. Конечно же, нужно успеть. А, офигеть, словили лунатона, то бишь еще минус один покемон. То бишь остался метанг, джинкс. И все? Или я опять кого-то забыл? Метанг, джинкс. Кстати, тут метанг. Зараза. Зараза метанг. Ну, и, конечно же, и всех покемонов еще нужно прокачать. Вот это еще, чтобы не забыть. Так, иди сюда. Зараза. Жирный метанг. В смысле, что? Капут. Так, вроде вот этих покемонов у меня еще нету. И все. А вот я не знаю, так, не словили, вот хрен он ловится, это капут. Ну, то бишь, да давайте тогда словим сразу же метанга мастерболом, если осталось два покемона, джинкс и метанг. Так как видите, хрен он ловится, ну просто, реально, ну хрен. Чем бы его не ловить, хрен он ловится. Джинкс, метанг и все. Ну и прокачать, конечно же, наших покемонов. Хитмонли. Хитмонли. Вот кого я забыл. Иди сюда, мастерболом. Мне пофиг, дорогие друзья. Извиняюсь, но мне все равно уже сейчас чем ловить. Мне осталось 3 покемона. Поэтому. Извините, что я там забываю, да. 4 покемона. Извиняюсь, что я там забываю, да, один раз говорю 2 покемона, другой раз 3 покемона, четвертый раз там 4 покемона, 10-й раз там 5 покемонов. Но. Вот с этой спешкой, потому что я хочу успеть до новой версии, у меня просто нет времени, забываюсь. То бишь, мне остался еще Джинкс. Вот тот покемон, который с яйцом там, да, не помню, как он называется. Еще. И Хитмонли. 3 покемонов, которых у меня еще нету, и мне нужно их словить, и все. И тогда, если я не ошибаюсь, у меня будут все покемоны, там, кстати, покемон босс, но не буду я туда идти сейчас. 3 покемона, которых у меня нету, и мне их нужно словить. 3 покемонов. О. Покемон босс, да? Или это шайни? Так. На карте не очень разберешься. Это не говори, что это шайни. Это шайни мяут. Да ты что, издеваешься, твою мать? Шайни мяут. Ну нахрен. Я, конечно, рад, что это шайни мяут, но я не могу его пропустить, так как он шайни. Но у меня нет покеболов, у меня нет. Если я, у меня есть еще 5 алмазов, но если я сейчас потрачу его на шайни и мяута, то в смысле, чтобы купить мастербол. Отлично! Спасибо тебе большое, мяу, что я тебя словил вот так, без мастербола, без мастербола. Все. Хитмонли, Джинкс и вот тот покемон. Не помню его название. Все. Вот. Эти 3 покемона, которых мне нужно словить. И еще, конечно же, эволюционировать. Я не помню, как он пишется, пофиг. Вот так вроде. Еще Иви, которого мне нужно эволюционировать. Мне нужно эволюционировать еще Свайнуба. Мне нужно эволюционировать. Ну, потом. Да твою мать. В принципе, да, дорогие друзья. Иви я эволюционирую до следующей. Ну. Как я говорил, без съемки, потому что это долго будет. Эволюционирую Свайнуба и словлю Джинкса. А потом остальных там, кого еще там, Хитмонли, этого всего мы найдем
потом на съемку, я так думаю. Все, дорогие друзья, ставьте лайки, извините за эту спешку, за то, что я каждый раз забываю, каких покемонов мне осталось слить, потому что, ну, спешка реально. Я говорю, я просто хочу успеть до того, как выйдет новая версия Пиксельмона, да? Поэтому, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.